Я приехал на первый мостик еще раз проверить, как что это. Оказалось, гонит коров. Наши потеряевские. Ничего не хочу, чтобы девочки отдельно где-то пасли. Ну вот бывает, иногда посылают и овечки тут. Нынче намного меньше уже коров и овечек. Главное-то тут было, это барабаш и батюшка. Батюшка дома что-то овечек больше половины держит. Сколько их, около 100. Голов на 10 меньше стало у барабаша. Ну а у Глушкова там в 10 раз меньше, только молодые держат коровку одну. Добрый день! Добрый! Какое вымя большое у коровы. Землю выбрали на полотно и остает на этом автобане. Его не достроили, бросили 10 метров шириной. И землю тут транспортером надо сюда нож. Вот он лог идет. А это вот второй соединяется с ним. Это самый первый мостик, где мы столько времени каждый год теряли силы, средств. Давайте посмотрим, как они переходят. Вон они куда пошли, надо заворачивать. Пошли. Вот я тут за ними иду. Вот она их теперь турнула. Теперь на прополую пойдут. Все. Ну. Пошли. Ну. Вплотную подошел к ним. Без увеличения. Пошли. Там трава хорошая, вода замечательная. Вот они как. Ну, давай, давай. Видишь, как пошли они хорошо. Подверни их на дорогу, подверни. А почему? Они по этому пускай идут. Открытый, свободный ход. Пускай идут. Пошли. Они вон куда идут. Маленько в сторонку. Некоторые. А некоторые туда. Дорога свободная. Вот они как. Пошли. Ну-ка, посмотрим, как они идут. Пошли. Ну, вздумали бодаться.
Ну-ка давай. Вот я беру. Главное, она что делает? Обратите внимание, посмотри, надпись. Я пришил разно. Она подошла и лежит, стоит. Ты куда пошел, не туда, вернись назад. Ну-ка. Вернись. Ну давай, 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 давай. Вот так. Телочка. Давай, гони ее. Она тут уж зайдет, тут ей не подняться. Пошли. Вон они там тоже. Видите, видишь, надпись какую сделали. Чтобы люди не боялись ехать. Вот они спокойно идут. Ну, желают там пройти, пусть там ходят. Но мне вот это вот, у тебя сапоги-то хорошие? Да. Вот эту проволоку достань мне. Она прямо около самого берега. Вот посмотри. Вот здесь шагнуть надо, маленько подтащить. Вот она где. Я ее уберу, а то мы оставили ее. Рядом прямо руку только протяни, у меня совершенно дырявая. Правее возьми вон. Она, о. Вот здесь руку опусти. О, все. Подтяни кверху, тут выброси ее на берег. Я ее заберу. Все. А то они корова-то могут запутаться. Замечательно. Все, я тут смотаю сейчас потихоньку. Благодарю. Ну-ка, ну-ка, дальше она вытянется, та, последняя-то. Ну-ка, потяни, может, это отдельная она. О, все, замечательно. Вот так вот. А то люди-то поедут и могут не заметить. И остановятся и скажут, тут утонешь, а там камень. И поэтому машины свободно идут. Потихоньку иди. Главное на трассу туда не запускать, на эту. На второй мостик не запускать, не подпускать. Сразу поворачивай направо. Хорошо, вон как. Пасет хорошо, замечательно, но опасно. Одна девчонка в степи. А тут ястреба летают. Бычки силой меряются. Вот они будаются между собой. Уперлись. Вот она идет по линии этой насыпи, которую делали. В 91-м году бросили делать. Где-то это было в планах, все планы нарушили. Ни во что. Кто-то же руководил всем этим. Бороться.
пока. Овечка там, кажется, хромает. Он сверху наблюдает. Хорошая пастушка. Все, пока. Сейчас проволоку эту смотать и увезти. Видите, как два света, и человек заметит, просчитает, спокойно проедет. Вот. Господь это полагает на сердце, заботу о неизвестных людях. А может, это воры к нам едут? Может быть и так. Они скажут, вот попы, сами к себе дорогу проложили, теперь езди, разжиться. Ну, это как Бог даст, напрасно бодрствует страж. Мы Богу доверяемся, и поэтому стараемся всем людям сделать добро. Вот так же я пас, сколько лет. Отец наш 40 лет пас.